Здравствуйте, друзья! Я рад вас приветствовать на канале Криптомир. Здесь вы узнаете о новых стартапах и самых перспективных ICO-проектах. В этом выпуске я хочу вас познакомить с новым интересным проектом. Называется он Криптонити. Платформа создана для того, чтобы создать самый удобный криптовалютный обмен, который будет ориентироваться не на собственную прибыль, а на комфорт и удобство своих клиентов. На мой взгляд, интересная идея. Будет выпущена внутренняя монета, которая будет работать на сегодняшний день в блокчейне Ethereum. И со временем, в самом ближайшем времени, к концу ICO, разработчики планируют выпустить свой блокчейн, создать свой блокчейн и перевести монету на него. Основной этап начинается через 17 дней, основной этап токен сейла начинается через 17 дней. Есть время для того, чтобы познакомиться с проектом и принять решение о инвестировании в него. Для знакомства ссылки на сайт, белую книгу и все коммуникационные ресурсы вы найдете в описании к видео. Давайте посмотрим, какими основными характеристиками будет отличаться проект Криптонити. Это комплексная криптосистема. Представьте нашим пользователям самые энергомичные и эффективные торговые инструменты. Пользователи, которым принадлежит наш токен Криптонити XNY, получат самую низкую плату на рынке, то есть комиссия будет в токенах существенно ниже. Мы планируем развивать наш собственный блокчейн и децентрализованный обмен с участием нашего сообщества через программу вознаграждений. Также большое внимание уделяется безопасности и страхованию. Представьте нашим пользователям самую безопасную торговую платформу, работающую с лучшими специалистами в области безопасности на рынке. Первый криптообмен, который обеспечит страхование для возврата наших пользователей в случае потерь. Вот это вот момент, который стоит более подробно изучить в белой книге. На самом деле, ну, как бы звучит так, очень многообещающе. Так, торговая платформа для сообщества. Привлечь криптовалютное сообщество к эволюции платформы для удовлетворения их потребностей и запросов, разрабатываемые функции, монеты, которые будут перечислены и так далее. Ну, то есть делается акцент на то, что платформа, разработчики обещают очень чутко реагировать на пожелания клиентов. Так, теперь немного о собственном токене и непосредственно о деталях ICO. Мы выпустим свой собственный токен, который будет называться Криптонити токен с тикером XNY. Наш токен Криптонити будет запускаться изначально в блокчейне Ethereum. В ближайшем будущем мы создадим собственный блокчейн и начнем работать через него. Это будет в конце токен сейла. Токен Криптонити – это будет токен утилиты, и поэтому его цена будет связана с его полезностью. Наш токен предоставит владельцам скидку в размере 50% на оплату комиссионных сборов платформы. Также он позволит владельцам токена участие в таких специфических особенностях, как голосование за монету месяца, например. Тоже как бы интересно. Далее. Непосредственно о деталях токен сейла. Значит, символ токена XNY, тип токена стандарт ERC-20. Всего будет выпущено 100 миллионов токенов. Стоимость токена составляет 23 цента доллара США. Минимальная сумма покупки 0,05 эфира. Софткап проекта составляет 500 тысяч долларов. Хардкап 20 миллионов 120 тысяч долларов. Токен сейл начинается 31 октября. Открытая распродажа токен сейл начинается 31 октября 2018 года.
И заканчивается, это первый этап, заканчивается 30 ноября 2018 года. Второй этап начинается 30 ноября и завершается 14 декабря 2018 года. Третий этап открытого токен сейла начинается 14 декабря и заканчивается 31 декабря 2018 года. Все непроданные токены будут уничтожены, дополнительных токенов выпускаться не будет. Также предоставляется информация о распределении токена и собранных средств, с ней можно ознакомиться более подробно. Пожалуйста, обратите внимание на токен сейл проекта Cryptonity. На мой взгляд, интересная идея, которая заслуживает внимания. Изучайте проект и присоединяйтесь к нему. Спасибо за просмотр моего видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока!